доехали до каскада. Здесь вообще прекрасно. Просто волшебно, восхитительно. После давки, честно говоря, хотелось вот чего-то такого. Простора, простора. Ну что, пойдем, вот я сцену вижу уже. Пойдем потихонечку. На винные дни посмотрим, как в этом году все сделали. Получается, третий день, последний. Жалко, что фестиваль идет всего 3 дня. Фестиваль хороший очень. Представлено очень много виноделин, очень много разного по цвету и по вкусу вина. Году на каждом стенде люди, которые стояли, предлагали вино, всегда очень интересно рассказывали про производство. Очень нравится, как он оформлен. Вот так поснимать его вблизи. Все хотел давно его заснять. Вообще так необычно, что эта улица сейчас пешеходная. Вообще необычно. Но людей, кстати, меньше, да, чем вот мы смотрели у блогеров вчера на видео. Вчера, прям мне кажется, это вообще было что-то с чем. А вот тикет с Андрюшей. Ох, как красиво, смотри, фотозона какая здоровская. Мэри, не, выходи за меня. Вот я тоже хочу такой стаканчик. Здравствуйте. А сколько у вас стоит вот этот стаканчик? Вот такой пакетик стоит 12 000, ага. В нем есть и стаканчик, и такие билетики, чтобы попробовать вино. Ага. И есть еще возможность, вот есть лотерея, вы должны заполнить вашу информацию, ага. Кинуть в ящик, и в конце дня вы, может быть, выиграете, чтобы есть и билетики на Европу, и телефон, и один билет в Рамбу. Здорово. Да, мы возьмем 2 таких тогда набора нам. 2, да. Да, конечно. Какой тебе хотите? А я вот желтенький возьму. Да, конечно. По карте будем, да? Да. Или один такой, один такой. А давайте 2 желтеньких. Да, конечно. 24 000. И еще, если вы купите еще один такой листик, это 3 000 стоит, и 25 000 больше, мы вам дадим вот такой еще один листик для розыгрыша. Давайте, мы возьмем. Да, да, конечно, это будет 27 000. Да, хорошо. Ну что ж, мы в полной амуниции, да, в полном обмундировании. С бокальчиками, с купончиками, готовы тестировать, дегустировать вина армии.
вот мы и выяснили, почему пока ничего нет на гастрономических днях, никого нет. Потому что начало в 16.00. Сейчас еще пока нет 16.00. То есть скоро начнутся выступления спикеров, панельные дискуссии. И будет в 8 вечера гастрономическое шоу. Вот если бы я знала, что в 8 вечера гастрономическое шоу, то мы бы как раз к шоу бы и приехали. Мне кажется, шоу будет хорошее. Да. Ничего себе. Мы подсматриваем. За известным дизайнером с тобой. Откуда ты все знаешь? Ты больше меня разбираешься в людях Еревана. Смотрите. Потому что ты много работаешь с людьми, поэтому ты всех знаешь. А я дома сижу. Это павильоны партнеров, да, я так понимаю. 4 часа все начнет активно работать. Я вот здесь вот зашла на фотозону Samsung. Тоже скоро откроется. Сейчас все заработает. И людей, наверное, больше, кстати, станет. Прибавится людей. Барабан. Вот барабан стоит. Я уже нашла. Его искать не надо. Вот он, в палаточке. Мы просто забросим сюда сразу, да, чтобы потом... У нас 3, да. Здравствуйте. У вас, да, нужно кидать этот билетик. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите и нам про свое вино, пожалуйста. Вино Мартирос. Мартирос, но не Сален, а Мартирос Ярвуц, который во времена геноцида сбежал во Францию и там активно занимался виноделием. И всегда хотел иметь свое собственное вино, своим собственным именем, но не успел. На сегодняшний день его внуки сделали это и реализовали эту идею. И у нас есть очень интересное, уникальное вино Sauvignon Blanc, армянский, то есть сам корень из Франции принесли и здесь выращивают вместе с нашими обычными сортами. И у нее есть приобретен такой интересный вкус, то есть сперва вы чувствуете сырный такой сливочный аромат, а после вкуса это как тутовник. Вот такой интересный, да. Есть у нас еще и розе. Розе такой легкий, ягодный, после вкуса, привкусом даже. Но есть там немножко кислинки. И Арани Мальбек, то есть аргентинский и армянский. Здесь 20% там Мальбек. Красное вино. Оно уже пахнет, яркое. Виноградный армянский сорт, как бы немножко горечь. Какой хотите? Я бы розе попробовала. Сколько это купончиков? Для пробы один купон. Да. У нас... А ты какой попробуешь? Поможешь оторвать? Ты будешь розе, да? Да, я розе хочу. А для вас? Сложный выбор, да. Малиновый такой интересный запах, да? Отправили талончики в Лототрон. Что-то мы в этом году с тобой все время в каких-то розыгрышах участвуем. Стараемся, да. Что-то стараемся. С одного розыгрыша сегодня уже сбежали из Ереван Сити. Пойдем, да. Пойдем, пойдем. Blue.
Хотел бы вот из Армении из этой серии красный попробовать. Все, конечно. И сухой заказ. Нарезочки-то известны у них. Мы любим в Ереван Сити покупать, а потом участвовать в розыгрышах. Хэм Стейшн — это станция ветчины, да? Бекона, ветчина. Просто пахнет прям мясо. Шпала. Два купончика стоит. Мы бы выпили эти. Подегустировать. Пойдем дальше. Наверное, хорошая очередь прям выстроилась. Хотя это не всегда показатель, конечно, да? Конкурс. Названия такие интересные. Необычные. Андрей, может, раратику жахнешь? Прям сюда, вот в этот вот бокальчик, чтобы повеселее было. Красивый стенд. Армения вайн очень хорошо. Да, стенд классный. Мы сейчас упадем. Отсюда прям жар такой. А, ну вот в чем дело. Андрюша, а что это такое? Что это за мясо? Ты что знаешь? Какой-то кокос. Ягненок? Интересно. Лозы нам на ходу. Этого ягненка. Здравствуйте. А вот это что у вас? Это шпам относится? А это баранина там висит? Или и баранина есть, и свинина. Ну там баранина. Да. Я с бараниной.
Опа. А то, знаешь, не зафиксировал, не было. Настроение улучшается. Геометрическая прогрессия. Я сходила за Фрунзиком. Вот такой вот бокал, ну, получается, полбокана. Полбокала. Уже язык заплетается от пары дегустаций. Стоит 3 купона. Просто попробовать чуть-чуть подегустировать 1 купон, а полностью бокал стоит 5 купонов. У меня здесь оставалось немного красного, поэтому после того, как добавили белого, у меня получилось розе. Такой авторский купаж. Авторский купаж, да. Смесь Armenian Wine и Фрунзика. Ну что, мои впечатления о винном фестивале самые лучшие, самые замечательные. Я вообще считаю, что если кто-то собирается в следующем году ехать в Армению, подгадайте так, чтобы дни вашей поездки совпали с днями, когда проводится такой замечательный праздник. На самом деле это праздник, это не просто фестиваль, это праздник вина. Люди встречаются здесь, друг с другом общаются, едят, кушают, как хотите, вкусную еду. Потрясающая атмосфера. Сегодня последний день винных дней, воскресенье, и погода просто радует. Вчера днем был сильный ливень, который немножко наши планы сбил, а сегодня вот наоборот повезло с погодой, и мы решили приехать, провести этот чудесный день здесь, и правильно сделали. Еще хотела добавить, что здесь очень много туристов из разных стран. То есть не только из России, очень много иностранной речи слышится. То есть, ну, это добавляет такой статус фестивалю такого международного. Это так здорово, так круто. Жалко, что 3 дня. С удовольствием, если бы неделя, я бы еще сюда пришла. По поводу дегустации мы выяснили, из чего складывается стоимость. Можно взять чуть-чуть на пробу, можно взять пол бокальчика и бокал. То есть 3 разных стоимости. И у всех эта стоимость будет разная. То есть, например, у кого-то за чуть-чуть капли дегустации это будет 1 купон, у кого-то 2 купона, у кого-то 3 купона. А пол бокала тоже стоит по-разному, 3 купона, 5 купонов. В прошлом году мы сделали ошибку, мы поняли, мы брали все по пол бокала. А в этот раз вот это единственный пол бокала, который я взяла в Фрунзик для разгона, так скажем. Мы сегодня будем ходить и по чуть-чуть пробовать разные вина, потому что нет цели напиться, есть цель продегустировать. И исходя из этого урока, мы решили сегодня сделать все немножко по-другому. Ну что ж, мы подкрепились. Ты подкрепился, дорогой мой человек? Я тоже подкрепилась. Что хочу сказать. Свинина Андрея была гораздо вкуснее моей баранины. Это говорит о чем? Что у мужа всегда тарелка вкуснее. И нужно ориентироваться на его выбор, а не на свой. Жизнь меня этому учила уже очень много раз. А я все пробую, экспериментирую, все мне хочется каких-то экспериментов. Сонас Вайн, здравствуйте. Я. А, это вы? Ничего очень себе, приятно. Какая удача, очень да. Приятно. Расскажите, это пожалуйста. Очень интересное вино, белое вино. Сядонное из Лоскегады, Савиньон Блан, розовое, это Арани Мальвей, красное Арани, 6 месяцев выдержан на бубок точках, кондовный Каберне Савиньон. Что бы вы хотели попробовать? Вот я хочу микс Арани и Мальбек. Вот это интересно, мне кажется. Да, сейчас. Очень ягодный виноград, и придает вино такой ягодный. Знаете, вот интересный. Спасибо. Оно пахнет малиной.
сами или... Нет, мы по нашему проекту в заводе прощанно разливаем. Пока что у нас нет собственного завода, мы маленькое производство. Прошан, получается, такие большие мощности, они для многих разливают, да? Да, да. То есть они могут? Да, они могут. Они в год разливают 38 миллион бутылок. А если... А кого-то можно сравнить вместе с... Ну, на уровне вот здесь? Ну, в Армении есть пару таких огромных заводов. Один из них Армения Вайн. Они тоже, да? Да, делают проекты. Прошан, Кин Арени тоже разливают. Mm. Были рады знакомству с вами. Очень вкусное вино. Спасибо. Спасибо. Возвращайтесь. Спасибо. Вернулся. Спасибо вам. Хорошего да, дня. Вам тоже спасибо. Хорошего дня. До свидания. Как раз логотип группы «Прошан», которая размещает заказ на разлив. В принципе, такая же история есть и в пивной индустрии, лидер. Вина тишина, да, сегодня? Нет, не сказал? Все в теньке, да, прячутся? В Инвина нет. В Инвина не может быть такого, чтобы в Инвина была тишина. Здесь хорошо, тенек. Ветерок. А вот и Карас. Красиво, да. Одно из большой исторической. Андрей любит у меня общаться. Здравствуйте. Кувшины, в которых вино, да, держится, наверное. Вот можете увидеть, вот как раз выставлен один из
этих косточек, да, которые были на памятнике. Да, это археологический памятник. У этой косточки 7000 лет. Представьте. У вас прям настоящий музей здесь, не хухры-мухры. Да, это конкретный музей, да. Завод сейчас там же находится. Что? Завод сейчас там же находится. Да, они очень близко друг к другу. Очень скоро, наверное, в следующем году как-то мы организуем тоже походы на памятник, да? Пока что там копаем, туда не пускают туристов. А дальше уже...
Уверен? Класс. Супер. Спасибо. Так. Вкусно? Вкусно? С йодом. Пойдем. I saw the rest of my life.